was a shame. A может это потому, что мы пьяные с утра. Что нам делать? Будем пить. Hey!
Что с тобой, слышишь? Что с тобой? Разве ты не понял, что жизнь — это боль? Любовь на веки, дружба навсегда. Думаешь, не говоришь, да, лишь да. Если вдруг все пойдет не так, крепче сжимай свой кулак, чувак. Используй любви возможности, сломать иллюзию защищенности. Дамы и господа, это Валера Аркадин, приветствуйте! Когда мы выпускали альбом «Обратная сторона любви», я уже решил, что по окончанию тура мы, конечно, будем снимать на DVD весь этот концерт. Альбом, ну, на мой взгляд, у нас, конечно, лучший. Многие могут не согласиться, но мне кажется, что это так. Мне нравится то, чем мы занимались. И альбом «Обратная сторона любви» — это как бы продолжение того, что мы делали. С каждой пластинкой связаны те или иные воспоминания, и что-то было интересное всегда в работе над ними. Хотели этим DVD просто показать, что у нас происходит на наших концертах, которые у нас там происходят там с той или иной периодичностью. Там. И на определенном моменте мы там поняли, что вот сейчас мы находимся, группа находится в такой форме, что было бы здорово ее снять и показать людям, как это все происходит. Альтер-эго делали его именно для того, чтобы передать то ощущение, те такие классные моменты, которые были во время тура, специально для того, чтобы человек, который, условно говоря, был на концерте или не был, постарался получить эту энергетику и постарался увидеть вот нас такими, какие мы есть на самом деле. Следующая песня, которую мы сыграем для вас, называется «Измена». Захотеть.
небрежной рукой. Давай, Аркаша!
Из-за того, что очень много песен в репертуаре, а, в общем-то, концерт, когда играешь, ну, время ограничено, ты не можешь играть концерт 4 или 5 часов сольный. У нас вот появился такой номер недавно, он называется «Ветхие заветы». Там мы попытались объединить все композиции, которые в последнее время мы не играли, но которые аудитория постоянно там просит нас сыграть. Какие-то произведения хочется увидеть вот немножко в другом виде, а в целом они, ну, по нашему разумению, по нашему пониманию, настолько хороши, что их из программы удалять совсем не хочется. Люди их знают и любят, мы тоже. Ну, то есть мы так, мне кажется, что мы просто отнеслись наиболее творчески к этому вопросу. Сразу мы играем 7-8 песен друг за другом, но вместе все это энергичный трек, и мне кажется, что на концерте нам удалось его сделать здорово.
тоже буржуйский отец. Досадно матушку рвать. Танки, танки, ранки, танки, веселят солдаты панки. Танки, танки, ранки, танки, давят головы как банки. Thank you.
наша схема западло. И не прет она меня. Все, что предлагали вы. Изначально, делая часики для новогоднего НТВ, мы ожидали неадекватной реакции, мы ожидали, что нас обвинят в каком-то популизме, в заигрывании с модной темой и так далее, но произошло почему-то все совсем по-другому. Изначально мне эта идея не показалась хорошей, а вот в процессе того, как стали расковыривать песню, стали разбирать аранжировку, стали пытаться делать... какой-то материал для нее, я понял, что да, может получиться интересно. Помню, мы приносили эту фонограмму Михаилу Козыреву, ему сначала все это дико не понравилось, он сказал, что надо убрать вот это, вот это, вот это. Мы не изменили ровным счетом ничего, принесли ему второй раз, сказали, а сейчас он послушал, сказал, да, по-моему, это круто. Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. Маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей и люби просто так. Просто так. Маленькие часики смеются тик-так,
я дуну за неудачу, и станет уже не важно, что я ошибаюсь дважды. Пусть сегодня ты со мною поиграешь в любовь. Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тебя. Ни о чем не жалей, и любви просто дай. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тебя. Ни о чем не жалей, и любви просто дай. Поднимаем руки! Просто дай. Просто дай. Просто дай. Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик-так. Ни о чем не жалей, и люби просто так. Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик-так. Ни о чем не жалей, и люби просто так. Все вместе! Просто так. Просто так. Просто так. Просто так.
когда смотришь на то, что ты делаешь, я не очень сильно чувствую, что я изменился там, в какую-то лучшую сторону, стал лучше петь или лучше танцевать. Не думаю. Я думаю, что приблизительно как было, так и есть. Мы не хотим долбить в какую-то в одну и ту же точку. Нам интересно, идет время, мы слушаем разную музыку, у нас появляются какие-то идеи. Хочется это реализовать. Реализовать это в рамках этой группы можно очень хорошо. Следующая песня, которую мы хотим исполнить для вас, продолжает лирическую линию в нашем творчестве. Это песня, которую исполнял в свое время король рок-н-ролла Элвис Пресли. В нашей транскрипции эта песня называется «Не могу забыть». Может, я не любил тебя так, как должен был любить. Может, просто было нужно вообще тебя долбить. Может, просто я не должен был нажраться, как свинья. Не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Я не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Эй! Вроде все и нормально. Все вроде хорошо. Когда не трезвия, нужно мне или смешно. Нужно мне, что не любил тебя. Я так как должен был любить. Не могу тебя забыть, не могу тебя забыть, не могу тебя забыть. Я не могу тебя забыть, не могу тебя забыть, не могу тебя забыть, не могу тебя забыть. Дамы и господа, Элвис Пресли. Дай мне знать, что любовь ко мне и умерла. Показать, как я люблю тебя. Все вместе. Не могу забыть тебя. 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 Я не могу забыть тебя. Не могу забыть тебя. Я просто не могу забыть тебя. Спасибо. Thank you very much. Yeah, fantastic, guys. Ну что, братцы, поднимайте руки кверху! Вы готовы? Отлично, поднимаем все вместе! Эй! 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 Громче! Еще! We'll be right back.
Мы вообще группа аполитичная. Я думаю, что политика, как и все остальное, это особенно в форме песен, мне кажется, это все-таки скорее реакция на те или иные события, те или иные какие-то вещи, которые происходят с нами. Это наше видение, мы ни к чему не призываем, не зовем на баррикады, просто затрагиваем те темы, которые всех волнуют, волнуют и нас в первую очередь. Всегда то, что мы пытаемся делать, это все-таки так или иначе отражение того, чем мы чувствуем, думаем, что происходит у нас внутри, что происходит. А безусловно, на это влияет все, что творится снаружи. До сих пор кажется очень гениальным высказыванием Черчилля о том, что даже если вы не занимаетесь политикой, политика все равно занимается вами. С другой стороны, мы все-таки живем не в вакууме, и вот то некоторое пространство, которое нас окружает, люди, которые нас окружают, и современная жизнь, которая происходит вокруг нас, каким-то образом нас задевает. Мы падаем все ниже. Нет, да.
Каждая группа в какой-то период задумывается о том, что не сделать ли какие-то песни в акустике. Не только
исполняя жесткий и напористый рок, которым мы обычно занимаемся, можно выражать музыку, можно это делать гораздо тише. И если в песне есть уже изначально посыл, если песня мелодичная, то из этого тоже может получиться очень хороший номер. Так получилось, что эта песня прижилась сначала просто на альбоме «Оптом в розницу», потом мы ее очень долго исполняли как, в том же виде, что и на альбоме «Оптом в розницу» на концертах, и в конце концов мы пришли к тому, что мы эту песню играем акустически. Следующая песня, которую мы хотим сыграть для вас, потребует вашей поддержки.
подъезда выезжаю на доске. Все забывая, что заботит и тревожит. Я понимаю, это то, что нужно мне. Но в голове стучит, быть нужно осторожным. Только то, что нужно мне. Скейтборд один.
мы привлекли нашего хорошего дружбана и приятеля Тихона Кубова, вот, который не то что оживил песню, а вообще вдохнул в нее что-то такое, чего в ней до этого не было. И стало очень круто. И когда она была записана, понятно было совершенно, что на концерте так или иначе придется исполнять. Ну что, как бы, кому самая трудная, как бы, часть достается? Не хватает у нас у всех выразительности, но пусть тогда споет ее автор. Мы сказали: Валера, ну надо тебе, типа, поднапрячься. Мне кажется, что он отлично справился. Без движения, из ниоткуда и, наверное, в никуда.
История создания песни «Лучшие друзья девушек» началась в Архангельске на гастролях около полутора лет назад. Мы сидели с Колей вдвоем в гримерке, и он говорит: «Слушай, старик, вот есть такая вот мелодия, такая гармошка». Правда, она выглядела несколько по-другому, но в целом песня как-то изначально понравилась. Спустя месяц три мы начали ее делать. Вот. И если честно, эта песня была, наверное, самая проблемная на нашем альбоме. И совершенно случайно на тот момент нарулился Паша Гоня, более известный как Павел Гонин, из группы «Гонджи» и группы «Несчастный случай», которому мы просили просто записать перкуссию. И так он записал в итоге около 10 инструментов различных, рыгийных таких. И мы это дело поставили. Уже потом, конечно, пришла в голову идея записать трубы. Можно самих себя похвалить за то, что мы не бросили это на полпути, как хотели сделать, а довели ее до конца. Ну а для исполнения этой песни нам потребуется новый герой. Паша Гонин, приветствуйте его! Пая, группа Гонча!
Forever! Не обращали внимания, он
таким здорово похож, такой же чебурашка. Когда я перестану дуть до дуренья, все скажут, парень, хоть куда. Поэт нет больше, чем поэт, покружит даже Шевчука. Когда я перестану дуть, и отдавленная душа моя над миром вознесется очень высоко, когда поймете наконец, какая супер я звезда, и все от зависти помрете раз и навсегда. Раз и навсегда. Когда я перестану дуть, я стану супер популярным. Когда я перестану пить, народ поймет, что я вменяю. В отставку Ельцина тогда я всенародно и Ельцина гласно избираем. Когда я перестану пить, и обновленная душа моя над миром поднесется очень высоко, тогда поймете наконец, какая супер я звезда, и все от зависти помрете раз и навсегда. Раз и навсегда. Сегодня. Ну, это четыре человека, которые вот играют музыку. Наив — это очень странное сочетание четырех разных личностей, четырех разных индивидуумов. Как ни странно, мы, как Лебедь, Рак и Щука, тащим всегда все в разные стороны. Мы имеем разные взгляды на многие вещи. Мы практически всегда ругаемся, когда делаем какие-то новые песни. Но, тем не менее, наше противоборство и наша разница во взглядах именно, наверное, и рождает тот симбиоз, благодаря которому эта группа удачи существует. Вообще, в целом, имеем такую дурную, опять же, в кавычках, славу живой группы. Поэтому для нас вообще живое исполнение произведения — это такая самая естественная наша творческая среда. То есть вот выходишь на сцену перед людьми, играешь музыку. Мы вместе, мы единый организм, мы семья. Мы можем делать что-то вместе, делать это очень хорошо. У нас это получается, я надеюсь, будет получаться еще долго. Вот, пожалуй, что вот это и есть группа «Наив».
уже ничего не ждешь, но я к тебе приду, и ты ко мне, наверное, придешь. Ведь мое сердце не остановилось, оно болит, но почему-то до сих пор стучит себе и бьется, как и билось. Будущее, они его не знают. Я эти попытки оставил, потому что моя жизнь много раз мне демонстрировала, что все планы, которые я вынашивал, они могут в одночасье измениться. В этом смысле лучше стараться жить здесь сейчас и делать то, что ты считаешь нужным в данный конкретный момент. Мы правда, честно я вам скажу, стараемся, мы кладем там кучу усилий, мы на самом деле, ну, во многом там на какие-то вещи личные там, да, и какие-то как связанные с нашими персоналиями отдельно там закрываем глаза заради того, чтобы что-то было лучше. Посмотрим, нам 20 лет, это такой возраст переломный, я надеюсь, что все будет у нас круто, что не сдадим мы своих позиций, ребята. Вообще предсказуемость в творчестве очень такая странная вещь, а мы все-таки занимаемся, надеюсь, творчеством, вот, а в этой стране это выглядит все вдвойне смешней и вдвойне менее предсказуемо. Честно говоря, мы не знаем, но, наверное, мы будем работать до тех пор, пока не умрем, и радовать всех наших фэнов новыми песнями. Мы не останавливаемся на том, что удалось сделать. Мы хотим все время идти вперед и экспериментировать, все время пытаться сделать что-то большее. Я не думаю, что мы когда-то остановимся. Для нас очень важно развитие. У нас еще, как у группы, все впереди, несмотря на то, что нам 20 лет. Очень многие горизонты еще только будут открыты нами. Болит
отдыхает или спит, или просто все совсем пропало, жизни ждет. И тот, кто спешит в неизвестном направлении, этим бегством своим смешным принимает поражение. И не болит, и больше не будет им никогда, никто никого не забудет. Было